На избирательном участке 2809, который находится в школе номер 55, проголосовала Юлия Копылова, депутат районного совета Куйбышевского района. Голосование – это праздник. Я с детства, когда родители делали из этого праздника. Сегодня я тоже делаю из этого праздника. Во-вторых, это любовь к родине, потому что можно много говорить о политике, но и прийти на голосование – это как раз проявить какую-то заботу о своей стране. Я голосую всегда, не было еще одних выборов, которые я пропустила, тем более сейчас можно сделать это заранее, но я все равно люблю именно сам официальный день голосования. И заметьте, в этот день всегда прекрасная погода.